так вот, видите, поджигают автомобили. Это случилось 12 апреля 2019 года в Херсоне. Вот идет человек среди бела дня в центре города, подходит к автомобилю, видите, вложит пакет. Потом оказалось, что в этом пакете просто бензиновая смесь. Видите, идет обратно немного быстрым шагом. Увидел охранник это все, идет туда к пакету. И тут вот идет возгорание, видите. Он успевает сбросить пакет с остатками бензина. Вот он, пакет упал. И горит машина. И ничего уже нельзя сделать. Хоть даже, как говорится, сверху положили, а потом обнаружили там вот в том пакете радиоуправляемое, то ли с мобильного телефона сделано, то ли как-то еще. Получается, может, тот, кто положил, а кто-то еще со стороны привел в действие. И видите, это рядом областной драматический театр, роддом рядом. Ну, машина была на киевских номерах.